Басню выбрали давно, распределили роли. Решила выступить звено на утреннике в школе. Решили девочки прочесть квартет. Такая басня есть. Светлане роль не подошла. Я вовсе не упряма. Зачем же мне играть осла? Мне не позволит мама. Артистки начали шуметь. Одна кричит: она медведь, а вовсе не мартышка. Кричит другая: чур-чура, сказала я еще вчера. Я косолапый мишка. Проходит день и дваденька. Потом проходит пять. На репетицию никак артисток не собрать. Пришел козел и сел за стол. Но нету соловья. Но если так, сказал козел, тогда уйду и я. Проказница-мартышка умчалась на каток, а косолапый мишка, схватив свое пальтишко, пустился на утек. То нет мартышки, то козла куда-то тетя увезла, то мишка косолапый ушел на лыжах с папой. Когда в товарищах согласия нет, не прочитать им и квартет.